Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик, и сегодня мы поиграем в игру под названием Hearthstone League of the Warcraft. Господи, чуть не сказал League of Legends. Ну что ж, это карточная игра. Те, кто подписан на меня на Рутубе, видели уже эту игру, я уже тогда выкладывал, но теперь отдельно хочу выложить ее и на замечательный свой канал любимый YouTube. Вот, слава богу, что все образумилось. Смотрите, игроцех последний, там все будет. Ну, на момент выхода этого видео, скорее всего, там еще ничего не будет, но... В смысле, игроцех этого не будет. А, но он скоро выйдет ночью. А так, если вы смотрите после, на день позже выхода видео, то игроцех уже есть, смотрите. И там все рассказывают. Все образумилось, господа, все хорошо. Играем. Поиграем мы сегодня за охотника. Вот, только что отстримил я полтора часа. Да, где там? Куда? Полтора часа отстримил. Немножко уставший. Так что решил поиграть. Сыграть не на стрим, а на запись. Несколько игр. Я хочу, чтобы мой противник был конь в вакууме, а не мой противник. Ну ладно. Рексар. Рексар. И Андуин. Судя по ним, какой-то кореец. Да начнется охота. У меня нубская колода, скажем так. Вот, соответственно, да господи, ну и ни одного зверя не выпало, представляете? Я буду в него стрелять просто. Конюк ушел, окей. Но конюка пока смысла нет выпускать, потому что у нас, ну, на следующий ход, потому что у нас не будет не будет животных, а он дает, соответственно, каждый раз, когда я вызываю. Ой, блядь, как забрать. Злодей. Так. Вот. Сыграю, наверняка сейчас проиграю. Ну вот, все-таки уровень довольно большой моего Роксара. Вот, и, соответственно, на этом уровне противники довольно мощные и довольно сильные. И... Кстати, мне нравится, что стол полностью один интерактивный. Выстрел, один. После он двух выбрал. Да, и у меня, обратите внимание, какие у меня замечательные карты на столе. Вот. Я просто даже не знаю, что делать. Кроме как выстрелить в него и искать. О, я ничего не знаю, у меня нет карт, брат, извини. У меня сейчас просто из-за начального слива такого загасит, как делать нечего. А я буду только любоваться, и какой он замечательный. Так вот, он вызывает провокатора, делает мне минус 2, а я сижу и любуюсь, какой он замечательный человек. Нет, я тоже вызываю провокатора, слава богу. И... Ну что, ждем его хода. Не ожидал меня такой прыти, просто. Ага, не ожидал, вот и все. Ладно, на следующий ход мы выпустим еще провокаторов, и все ж, еще одного провокатора. Ненавижу жрецов, честно говоря. Не, у меня уже голова не соображает, я что-то зря, наверное, после стрима сел записывать. Вот, ну, ладно. Держись за. Одни провокаторы у меня. Драться некем. Животных нет. Мы должны очистить солнечный колодец. Ну, да, он снесет провокатора. Но он не знает, что это ему не поможет. Знаете, почему это ему не поможет? Он еще и хиляется. Потому что я вызову еще одного провокатора. День провокаторов. Да, брат, они у меня не кончаются. Я тебя замучил, наверное, уже своими провокаторами, но вот что делать.
Не переживай, на следующий ход у меня еще будет провокатор. Мы должны очистить солнечный колодец. Кто-то ранен? Кто-то ранен. Еще одна такая баба? Да ладно. Да толку-то ты... Ну, нападаем. Ой. Ой, да? Ой. Так. Теперь мы делаем следующее. У нас 7. Так, я, пожалуй... Чтоб он не брал карту. Вот. Давайте убьем случайное существо. Не знаю. Ништяк. Все ровно. Так, у нас что? Снесу. Прощай. Так, тебе дам. Чтоб ты сильно не выпендривался. Так. Yes, Dingo! Чё надо? Двух провокаторов он выпустил. Двух провокаторов. Ну, первое, что мы делаем, это... Это пока не нужно. Так, у нас 8, да? Мы выпустим еще одного такого провокатора. Открыто. Такого конюка. Ну и... А, закончен этот ход. Да хорошо. До свидания. Так, ну, гончие недра мы опустим до единички. Вызовем. Так. Заберем. Провокатора. Вызовем Михаил Михайловича еще, да? Да, пожалуй, Михаил Михайлович. Так, усилимся. Эх. Дадим ему. Прощай. Добавим. Как-то так. Ну что ж, у нас на столе лежит 14. Кто-то ранен? Ну и хилься, чтобы карту взять. Берет карту он. А нет. Ладно. Угу. Как же нам правильно-то разыграть? Так. Так, так. Вот так. Потом зверюшки получается вместо рывок. И... Прощай. Бэм. 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 Я мог бы бить тебя долго и упорно. Ну как-то так, партия сыграна первая сегодня. Получили мы 10 монет за третью победу. Вот, так что
Давайте сыграем еще матчик за охотничка нашего. Колоду я собрал. Колода довольно-таки детская. Вот, ничего там особого интересного нет. Но хотя бы такая колода. Рексар! Ой, не люблю. Ой, не люблю. Хорош! Под горош. Победа или смерть. Да начнется охота. Так, метка охотника. Ладно, скину пока. Ну, блин, еще лучше. Да просто великолепно. Не карты, а мана небесная. В следующий ход я хотя бы залп могу дать по нему, да? То есть, а он сейчас стакнет себе броньку, да. А нет, он не стал стакать броньку. Чё надо? Называет провокатора. Так, я, соответственно, делаю залп, потому что у меня другого нет вариантов. Ни на что больше маны не хватает. Он сейчас меня бьет. Я буду, ну, бурлок. Расширяет стол себе. У нас приходит Михаил Потапыч. 3-3. Ну вот он сейчас его, конечно же, убирает. Причем убирает он его, наверное, марлоками, если он не дурачок. Вот, проверим. А, у него есть чем, да, еще? Да, бьет. Но знаете, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не на ковер не нагадило. Так, смотрим дальше. Это я и мистер Кусак. Блин, ты вот с мистером Кусакой вообще не вовремя. Так, что мы можем? Мы можем дать залп. Двух существ мы уберем. Ну и все. И потерпим еще удар на два. Волчья тропа ждет. Ага, на пять, да? Еще щит поднял. Негодяй. Так, провокатор. Конячок. Интересно, уберет, не уберет? Чё таращишься? Ой. Это нечестно. Это вообще нечестно. Так. Мне нужна карта. Черт, я не сходил. Ладно, потеряю, то потеряю, как говорится. Хорошо.
Ну, дальнейшее твое действие. Думает, кидать, не кидать. Давай, родной, уже. Решайся. Я сейчас усну. Может... Он, по-моему, повис? Да ладно, или он ушел писить? Я должен сделать выбор. Ну? Пять, четыре, три, два, один. Ну, по идее, все. Выход. Он, по-моему, повис или вылетел. Ну, это не наша проблема. Держись за. Так, пока он не пришел в себя, давайте дадим. Дело сделано. Окей, закончим ход. Да ладно, он вылетел, походу. А итак, друзья, мы продолжаем играть с АФКшным врагом. Вот. Я ему сейчас поугрожаю. Я не промахнусь. Я не промахнусь. Может... Это не он отвечает, отвечает компьютер, то есть он за него разговаривает. То есть человек вылетел, у него оборвался интернет или что-то еще такое. Но он может вернется. О-о-о. Ну, друг мой, я не хотел такой победы. О, боже мой. Давайте пока позанимаемся. Покрутим колесико. Пособираем арбузы. Вырастим морковь, арбуз и свеклу. Соберем. Вырастим вот две морковки и свеклу. Вырастим... Нет, я хочу три морковки. Если так... Во, три морковки. Я должен сделать цветочки выбор. Соберу. Бам-бам-бам-бам. Проснись! Проснись! У-ху! Он сходил. Так. Я займусь этим. Ну, сейчас еще немножко подождем и, соответственно... Не, в первый раз, наверное, за всю историю моих игр в эту игру у меня тут такой противник чудесный, который... Давайте побьем его в гонг. Проснись! 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 А, ну вот, быстрее стало. Кто же теперь? Дверь открывается. Давайте уж быстрее. Ну видите, человек АФКшит, ну сколько времени, но... Что же теперь? Даже атаковать его не буду, ну ладно, своими мобами. Ну вот, убью его так. Хотя, может быть, конечно, понтануться, убить его там. Смотри, все расчистить. Может, это какая-нибудь ачивка есть. Ну, почти 18 уровень набрали. Ну, такая победа какая-то. Не победа. Ну что ж, дорогие друзья, вот так мы с вами сыграли. То есть первый бой мы выиграли, да, если не ошибаюсь. А второй, ну, у нас так случилось с. Нашим оппонентам. С вами был Артем Динамик. Если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи.